Щелковский перинатальный центр сегодня пришли руководитель городского округа Сергей Горелов, депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и представители фармацевтической компании «Валента Фарм», продукцию которых подарили всем пациенткам. Подарочный набор включает все, что может пригодиться молодым родителям при уходе за новорожденным малышом. Детский шампунь для купания, кремы и влажные салфетки. Кроме того, более 4000 наименований продукции для малышей, работающая в Щелкове фармацевтическая компания, передала в администрацию округа для распределения многодетным семьям и центрам социальной защиты. Напомним, что с 1 сентября 2019 года в Московской области родители будут получать губернаторский подарочный набор для новорожденных «Я родился в Подмосковье». Сегодня мы поздравили мам будущих, либо уже состоявшихся с этим праздником. Ну и хотел бы добавить, что мы буквально на прошлом заседании Думы, прошлый четверг, приняли закон в Московской области о том, что и мама, и ребенок при рождении будут обеспечиваться за счет бюджета вот такими наборами, в которые входит все, что необходимо. В перинатальном центре первый раз. Хочу сказать, что очень хороший ремонт сделан. Современное учреждение лечебное. Пообщался с мамами, которые выразили надежду на то, что еще не раз сюда придут.